ладно, будем продолжать ловить вот такую большую рыбу. Мы ее найдем. Я пошел в ва-банк. Блин, пока из Москвы выберешься, конечно, блин, время пройдет круче, блин. Пробки, понедельник. Конечно, лучше было бы выезжать в воскресенье. Сейчас к ребятам приедем, встретимся и двинем дальше. Виталика волшебный пузырек размеров сумасшедших. Шесть стаканов, 10 вилок. Ну что, первый выход на воду. Погода, конечно, не солнечная, но
Дождя нет. А самое главное, нету ветра. Машину испачкал. Разворачиваем. Подожди, да, вот здесь, да. Да. Да, с полтычка, блин. Должен заводиться мотор. С полтычечка, блин. Опс. Накаркали, блин. Вот так вот, господа. Вот вам и рыба. Вот. Рыбалка продолжается. Не то слово, блин. Как-то даже стало и теплее, наверное. Конечно. Вот такой вот тентик. Ну все, к дождю готово. Мы в домике. Ну, так страшно совсем, да? Ух, ё-мазайто, что творится тоже. Нам все равно. Будем мы ловить даже снегопад. Траву. Илюш поймал на сегодняшнюю рыбалку 3 ветки, сеть, больше ничего. Ну и пару всяких соплей. Да. Ладно, будем продолжать ловить вот такую большую рыбу. Да, смотри, что-то прям уже моросит, что не могу понять, что какой-то изморочник падает. Да, дождь идет. А, да, все, уже дождь пошел. Красота. Ну что, откатали первый день, ходили, в принципе, так, ну, по ямкам и нашли пупочек неплохой, там перепады с 10, наверное, с 12 даже на подъемы на 5-6 метров, но на большие диповые приманки мы ничего поймать не смогли сегодня, просто вообще. Ребята тут ловили как бы щучек, но они ходят по 3 метрам и небольшими приманочками, но вот если сейчас ничего не получится, то, возможно, переключимся на какой-то миляк. Не хочется, конечно, но что делать? Первый день минус. А, да, как минус, блин.
кучу трофеев наловили. Там всякие донки, шмонки, там сети, там и там свинца, короче, кучу. Илюша ловил. Все, ладно, завтра на воду. Встречка. Попробуем еще раз пупок, наверное, прошерстить. Если место реально интересное. Если ничего не будет, то что-то будем искать другое, наверное. Какой-то ход конем будем делать. Ну что, следующее утро, второй день. Как-то вроде бы и холодно, а вроде бы я оделся очень тепло, жарко. Не знаешь, как одеваться. Очень сильно водоем обмелел, воду сильно сбросили. Если бы даже все приехал на своем бестере, я бы из-за лева отсюда не вышел бы. Но глубина, наверное, ну, сантиметров 50, может быть. Даже где-то, наверное, даже меньше. Виталик говорит, что да, сантиметров, может, 30. Выхолод 0,3 показывает в некоторых местах. 0,3. То есть, блин, на тяжелом катере здесь в данный момент не пройти. Обычно, короче, вода намного выше. Вот этот весь песок, он должен быть под водой. Вот, сейчас двигаем опять на пупок, попробуем пупочек обкидать. Если уже ничего не получится сегодня, наверное, будем где-нибудь искать другое место, да, Виталик? Да, сходим на ту речушку попробуем, куда вчера нам посоветовали. Ну и по хребту все-таки, поэтому, наверное, я посмотрел бы что-нибудь, попробовал найти этот хребет. Пупок славный нашли, но он что-то пока нам ничего не дал. Попытка номер два. Так, вчера перепробовал разные приманки, абсолютно разные. Там красный ставил, там золото ставил, там даже вот всякие крэнки фред ставил, большие ставил. Много чего интересного было. Там хаски джерки ставил. Юзури кристалл минул 130 ставил. Там Ацуёки ставили крэнки. Но что-то как-то давайте, ничего. И троны, Эгрес, что? Вот может из-за этого был какой-то... Вот и рябь идет из-за этого. Вообще цветет жестко. Это же цветение, вот это вот водоросль. Ну да. Здесь, может, течения нет. Мы как раз заехали в то место, где... Может, поэтому вот здесь и нету, вода грязная. Ну что, Виталь, мы будем ловить рыбу? Конечно. Я сегодня прям заряжен. Я тоже. Энергией. Давай. Ради этого сюда я приехал. Я думал, ради другого. Об этом никому не скажу. Да, благодаря Виталику, я, кстати, на борту замечательной лодки Ривьера. 3,40 он тебе, да? Да. Ну, тесновато, но ничего. Не знаю, когда мы поймаем большую-большую мамку, что мы с ней будем делать, но обниматься будем, ничего страшного. Вот. Мы ее накроем под крышу. Да, домик протестировали, офигенный, кстати, домик. Вот. На бестере я бы, наверное, конечно бы и не слепанулся бы. А если бы даже где-нибудь и слепанулся бы, то в залив бы я не зашел бы и не вышел бы оттуда, очень мелко. Места шикарные.
Есть щучка. Маленькая. Ну, такая, может, грамм 800. Поздравляю. С почином, что по глубине? Ну, на 6. Приманка. О, этот Герман, агрессор, который мелкий. Агрессор 125, ну, цвет такой, типа фиолетовая спина, оранжевое пузо, зеленая жопа. Это на которого ты поживца поймал? Ну, да. И с куском еще сетки какой-то. Два грузика здесь, этих бананов. Не, поймал щуку. Ну, это все-таки 125-й, да? Размер, а не маленький. Ну, 125. Ну, я имею в виду, агрессор-то здоровый еще есть. Ну да, есть еще 85-й маленький, который вот Виталий ставил. Ну да, это 125. Ну что, друзья, приехали с рыбалки, мы сейчас будем готовить в казане. Кушать будем баранину. Так, и так нам понадобится баранина, соответственно, казан, который в машине, морковка, лук, соль, перец. Ну и по сути все. Пошел за казаном. Бегайте к нам на огонек. Пела скрипка столица. Нежно. Дом тепло, холосо. Ну, я думаю, две морковки будут нормально. Две морковки. Наверное, мы чуть-чуть чесночка. Молочка. И сейчас забубеним. Фирменная кухня Филипп. Он не только хороший рыбак, но и неплохой повар. Мне только чудо-горшок выручает. Покажи людям чудо-горшок. Чудо-горшок. Вот такой вот афганский казан. Поменьше я взял в этот раз. У тебя их два? Ну, вот это вообще взял недавно. Неделю назад, что ли. Тот очень здоровый. И там, если его полностью приготовить, там можно, не знаю, неделю на есть. Это на 10 литров, тут на 20 был. Угу. Так, готовится, кстати, реально быстро. Где-то, наверное, ну, полтора часа максимум. Это вообще полный процесс приготовления. От момента, как поставили. Так, режем лучок. Морковку режем покрупнее. Для гриля не знаю. Не режем бублику. Для гуляша. Гуляша. Наверное, для гуляша сделаю. Берем казан.
И откручиваем. Эту нам сразу включить. Так, засыпаем лук, морковь, немного солички, кладем мясо, чуть-чуть поперчим, чуть-чуть сдобрим. Что это он как-то здесь? Пс. Будем надеяться, что все это будет быстро. Третье утро. Очень сильно похолодало. Сегодня ночью был минус. Может быть, сегодня нам хищник даст. Отсосил, отсосал, да? Вода пошла? Так, ну все, водичка побежала. Погреемся. Ну что, начнем с этого места, да? Ну я думаю, да. Потом, наверное, пупок, да? За островом еще можно надзвонить, конечно. Ну да. Там сеть легкая. А-а-а. Смотря где, мне кажется, там если подальше, то идти там, конечно, нормально. Ну,
такое чудо буду сейчас купать. Давай, давай, моя малявочка. Сейчас поймаю окуня. Окуня, окуня. Даже окуня не задолбали меня, а? Ну? Рыбий хвост, давай. Ам? Ам-ам-ам-ам-ам. Ам? Смотри, даже на этого маленького просто вообще как будто в аквариуме, блин, в пустом, блин, рыбу забыли запустить. Это ж трындец вообще. Поставил такого прям. Все вообще должен сметать. И окуня, и не знаю, и жереха, и щучку. В чем проблема-то? Господи, в чем проблема? Во мне? Хрень! Где моя рыба? Хрень! Где моя рыба? Впечатались мы в очередную сеть. Какая-то очень тяжелая. Еле подняли, блин. Причем сразу вдвоем. Не порезал руки? Да, порезал что-то. Блин. Даже веревку еле подняли. Как ее проверять-то вообще? Поднимать чем? Они кошками ее цепляют. Да, поговаривают, что это вот квоты, типа разрешенные сети, блин. Ну а то есть вам разрешено ставить, блин, перегораживать речки, рыбакам ловить как без квот. Квоты брать на вашу вырубку сети, блин. Эх. Вот как тут не ругаться, а? Как не материться? Квоты у вас, квотами. Жрать нечего людям, блин. Да, мы же голодные. Шел третий день поиска рыбы. Ноги устали, губы опухли, глаза тоже припухли. Короче, что-то как-то не очень. Беда, короче. Да, беда, беда, беда. Сказать мне вам нечего, показать мне вам тоже нечего. Все, канал продаю. Ухожу на завод работать. Или буду червей тестировать, буфалу ловить. Тоже вариант. Может быть, сначала на завод не пойду все-таки. Сначала все-таки червячками займусь. Тоже кому надо, обращайтесь. Сегодня, наверное, в обед пойду копать. Все, ладно. Некогда с вами разговаривать. Надо рыбу ловить. Да, Виталик? Да. Рыб... Чем мы и занимаемся. Рыба там есть? Ты не поверишь, но есть. Ба-ба-ба, я дождался кого-то. Вот только под бортом тащить. Дрыщ какой-то. Щучка, думал, мелкая. Прям дрыщера свет таких не видывал. А, все-таки я поймал кого-то. Без ветки. Так, получится там. Да, давай даже мараться не будем, если она убежит. Пусть... Не надо, не надо, не надо, пусть она. А то сейчас. Вот. Ты обрати внимание. Посмотри, как она взяла. Ну да.
То есть она ее просто прикусывает, блин. То есть просто рыба неактивная. Она не проглатывает, там, не поперек ее, блин. Просто. У меня моя также была. Да? Вот здесь вот поймана за этот самый. Давай, беги. Ну вот так вот как-то прошел четвертый день почти. Сейчас уже на обед. Рыбы-то особо и нет. Виталий сегодня поймал одну, да? Угу. У меня почему трещара там. Вчера там какую-то одну там, позавчера одну. Что-то фигня какая-то полная. С чем связано, непонятно. Но рыба берет как-то реально неактивно, прям прикусывает. Тычков вообще никаких нет. Все прям все печально, спечально. Не знаю, может что-то мы не делаем не так, может не там. А может быть реально что-то с погодой случилось. То ветер, то холодно, то солнце. Да, перепады здесь большие. Да. Ну, попробуем, еще время есть, полы. Молчите, Алексей, молчите. Рыбы здесь нету. Виталий мне тоже говорит, вот рыба. Нет там никакой рыбы. Так, грибы одни. Поганки. Ну все. Сейчас Илюша ляжет здесь, ножками задергает. Заистерит, короче. Да. А что вы хотели? Грибов нет, рыбы нет. Сосиски закончились. Короче, перепробовали мы уже все. Местные, оказывается, ловят на что-то типа такого. Представляете, вот с такой маленькой лопаткой. Ловит, правда, не крупную щуку, но ловит. Будем сейчас пробовать что-то вот. Что там? Датчика. Короче, благо взял коробочку по лайту. Сколько там, Виталий? Сколько там метров? Погнали? Да. Смотри, короче, вот поменяли приманки, поставили маленькие, вышли на миляк 3 метра и... Конечно, 100 метров не прошли. Да, карандаши, но бомбировочек отработал. Да. Щеренок и прям закончик. Нет, это серединка. И опять, короче, видишь, он как-то с под низу берет. На, Виталь, попробуй. Что? Попробуй крэнк. Во-первых, будет поупористей. Такой жабовничек, блин. Угу. Если не будет дотягиваться, там будем пробовать другие. Бомбировочек, блин. Брал его как, в принципе, ну, по белому хищнику. Но вот щучку принес. Ну все, погнали дальше.
Илюх щучку взял карандаша. Прям вообще сразу, да. Пошла рыбалка. Просто даже 100 метров не прошли. Короче, начали косить мы с Виталием рыбу. Размера. Размера с ладошку. Совсем там плохо, да, все? Не, подергивает плохо. Опять за хвостик. Вообще просто берет за краю. Здрасте, я Настя, куда ложиться? А кто-то ее, кстати, он хороший, блин. А как мы ловили с Виталькой дрищей? Ну слушай, хоть ржака, блин. Жесть вообще, блин. Ты видишь, как берут вообще? Да, я даже не проглатываю, даже маленький воблер. Ну какой маленький воблерочек, это головлина вообще тема моя. Я, короче, достал такую коробку свою. Взял такого же карандаша, вообще не проглатывает даже воблер. Много чего такого интересного есть. С заглублением там, ну, максимум 4 метра там. Крючевая такая кастинговая тема моя. Ну, пригодилась для лайтового троллинга. В натуре лайтовый троллинг, правда. Я, конечно. Открою новую рубрику, блин. Лайтовый троллинг. С палками до 300 грамм. Слушай, ну смотри, какие универсальные палочки, блин. Я лично вообще не напрягаюсь, все чувствую, как бы все отлично, игра выбора. Да. Игру очень хорошо чувствуется, что удивительно. Похоже на кунька, но может быть щучка. Ударчик был хороший? Ну как-то, ну, щучка, наверное, все-таки. Мелкая такая. Ну побольше, чем там? Не думаю. Слушай, ну это уже, смотри. Вот, это уже жадно хотя бы. Да. Опа. Переходная, блин. Давай зевок, что ли, там что-то у тебя есть. Ой, блин, жабры. Жабры? Этот, как он? Сатижин. Да блин, тогда ее уже все, еще будет трепыхаться. Сама не сидит. Дай мне эту как зажим этот. Карценка. Пипец вообще, блин. Ну слушай, таких дрыщей. Я 100 лет не ловил. Ну это избиение младенцев, конечно. Да, там хана ей. Да, это пожаднее. Это пожаднее оказалось. За это и поплатилось, да? Так, что-нибудь кисленькое есть? Да, да. Что, выбирай. Тут самая удачная коробка, ну, именно по этим. Ой, наверное, что там. О, да. А он да, дотянет. Глубокий, наверное. Он не глубокий. Чисто ты че? Вон он, по-моему, лежит вот. Галун. Да. Ну нет, тоже дрищара очередная, тоже наверху, ну, чуть-чуть покрупнее.
интереснее хотя бы. Уходит толком. А? Пошла. Ну, я говорю, нет, так как-то прям вообще лениво-лениво. Вот они местные ездят и собирают эту мелочугу. Да. Да-да-да. Есть. Дрыща очередной. Сербик разловил, да, значит, у меня в коробке лежал, наверное, лет 10. Окушок, офигеть. Угу. Тут хороший окушок. Вообще бодрый горбач. Давай фоточку. Хорош сделал, да? Хардкор фигарит, блин. Только на щучку похож. Да нет, наверное. Окунь? Ну, либо какой-то дрищ вообще не хватит. Ничего другого, в принципе, тут не знаю. Хотя, говорю, вообще может, конечно, здесь и мамка завалиться-то. Вот стая окуня, походу, подошла. О, нет, бель, смотри. Жерех. Жерех. Вот это да. Вот это новости. На эту вот, на эту приманку, ну, именно эту модель, в заброс очень хорошо лайки налетит, просто вообще превосходно. Хардкор шат 60 СП. Он самый крупный сегодня. Самый ловист, по-моему, из малышей. Вообще красавчик. Хардкор шат, да, 60 СП, вот этот цветик. Ну, прям блестящий. Друзья мои, это что-то из окна. Это просто вообще. Углерочки, которыми Илюша, блин, лайтовал, но он свою полику видает. Такого размера мы еще не видели. Прокачивался ветерком, да? Я говорю, что головчик, что ли? У нас на Клязьме такой окунь, извини меня. Да ты чё вообще?
Дорогого стоит. На червячка такого, на уточку, блин. Это даже и в заброс на бобер. Так, родной. А здесь, видишь, камушки, видимо, здесь стайка и стоит его. Ты... Лосатик. Господи, судачок. Лукастик, это ты? Здравствуй, блин. Пол воды, блин. Ты меня слышал. Мои поздравления. Какая у меня чудо-сумка от Спортекс, блядь. Кошмар, застежка, конечно, блин, не того размера, но Даша с ней берет. Так, кого там поймал, сейчас коробочку закрою. Щучка. Ну, может, так справимся. Ну, приличная, по крайней мере, лучше, чем те были. Половидная лопатка. Фин, по-моему, финский. Вот так даже немножко даже поддавливает. Ну, не трофей там, конечно. Но... Ну, уже. Бьешь рекорд. Слушай, вот, это этот Йессе. Это Йессе. Только вот седловидной лопатой. Угу. Да, Йессе. Короче, ставим покрупнее, особо ничего не ловится. Правда, вот, ну, тоже не очень большой крупный, да? Так, хардкорик. В принципе, это 90. Да. Приблизительно одинаковый размер. Попробуй этого, попробуй этого. Только его нужно тащить, наверное, на краткий. Будет. Цвет хороший, блин. Цвет очень хороший. Цвет, да, но я говорю, он его будет глубоко тащить. На, вот этого. Зелененького, нет? А этого? Че, он и блестит, и нормально. Это работягу? Да. Отчет. Щука. Щука неплохая. Не крокодил, конечно, но. Так, сейчас давай попробуем. Запуталась. Не, видишь, не зачет. Ну такая какая-то прям агрессивная. Поддавливала нехило. Опять есть. Такой вот берочек, блин, прям вот реально прям оказался ловист. Красивые здесь щуки. Угу. Парень, даже куза желтая просто. Угу. Мраморная. Плыви, дорогая. Пока.
конечно, дебилы какие-то, блин. Чего хотели вообще? Ну что, друзья мои, вот и все, подошло наше, как говорится, турне к концу, к завершению. Завтра мы отсыпаемся, собираемся и уезжаем. Как показала практика, наверное, да, мы 4 дня катались по бровкам, по глубинным, по ямам, там, по пупкам. То есть глубины и 6, и 8, и 5 ставили, ну, такие классические наши приманки, как, допустим, Бандит, Трон, Грессер. На самом деле, Кренки, там, Юзури перекупали разнопланы. Ну, короче, грубо там 120-е. Поклевок было крайне, их почти вообще не было, точнее. Там Виталик, по-моему, поймал, да, два там щуку одного и судака. Судака и щуку, да. Вот, за 4 дня Леша там смог поймать. Я поймал одну вообще под конец уже, по-моему, сегодня утром, вообще дрящевую щучку, которую... Вся рыба, кстати, была отпущена обратно. Вот. То есть показала практика, что на крупной приманке по какой-то причине рыба не клюет. Узнали случайно, что тут местные, как говорится, деды ловят просто вот на 60-е, там даже на 50-е приманки маленькие и ходят по 3 метрам. Попробовали, поставили, снасти, конечно, не очень, хотя, я говорю, палки, в принципе, довольно-таки зашли, нормально все можно делать, можно ловить. Вот, попробовали юзури, 60-е там бомберы отработали. Отработал ЕС, там даже аглидаклинги какие-то у меня старые, это все. Достал просто свою сумочку, коробочки для лайтовой ловли, для малых рек. У меня собран специальный наборчик такой, ну, бросковая тема, короче. Вот. И вот она спасла, потому что, я говорю, на самом деле ставишь побольше приманку, по какой-то причине вообще не работает. Мы набрали здоровые, и 150-е, и широкие, и толстые, и худые, и плоские, разные. То есть думали заточиться, ну, и под судака, и под щуку, но в итоге трофеи мы так и не взяли, не нашли. Погода, правда, порадовала, отдохнули, ну, как отдохнули. Каждое утро подъем в 5 часов. Вот, уже подустали. Особенно, когда не ловится, конечно, это все как бы, ну, тяжело. Вот. Но ничего, вот уже сейчас с Виталиком мы половили реально. Причем, говорю, вот мы на мелике ловим. Алексей ходит сейчас, у него нет просто мелких приманок, он ходит на глубине, ну и человек ничего не поймал. То есть это просто парадоксально. Здесь есть заливчик такой, прямо вот рядом с базой. И вот в этом заливчике, ну, как бы он такой не заливчик, это получается такой, как, такие типа... Заводь такая. И вот 3,5-4 метра там, вот так вот, даже в пол воды. И судака поймали, и жереха поймали, и окуня поймали, щук поймали. То есть, как бы, и нам совсем маленькие прям вот приманки, и там, я не знаю, там чуть побольше, вот как ЕС с седловидной лопатой. Вот, половили, короче, ну, так душу оторвали, вся рыба была отпущена. Ладненько, что получится, не знаю, надеюсь, если вы смотрите, значит, видео получилось, и оно, надеюсь, вам нравится. Виталий. Давай. Да, канал «Три лодки», подписываемся. Молодой канал, ребята реально как бы, ну, на рыбалке очень часто бывают, и ловят и троллингом, и в заброс. Природу посмотрите, ездят в разные места, и Клязьма, и куда еще? Расскажи, куда еще? Клязьма ездим, и Ваньковское водохранилище. Ну, вообще по Волге, ну, Астрахань тоже, само собой, благодаря Илье, опять же. Так что подписывайтесь, блин, я думаю, что канал развивается потихоньку, как, в принципе, и мой канал потихоньку раньше развивался, так что я думаю, что тоже вам видео понравится. Все, всем пока.